Компания Сыктывкар «Тисю Групп» сегодня один из лидеров в стране по производству санитарно-гигиенических изделий. Ассортимент продукции больше 100 наименований. Сложно представить, что еще 15 лет тому назад комбинат выпускал только одно изделие. Технология успеха изучила Александра Головина. Сегодня Сыктывкар «Тисю Групп» – это две площадки в Коми и Ярославской области. Флагманским остается этот сыктывкарский филиал. Здесь расположились два цеха – санитарно-гигиенической бумаги, здесь ее отливают и режут основу, а в цеху санитарно-гигиенических изделий перерабатывают уже в готовую продукцию. Данные рулоны поступают на переработку, на последующую, то есть из больших рулончиков делается бумага туалетная уже для дома, которая, в свою очередь, уже пакуется и продается нашим покупателям. Предприятие по выпуску бумажной санитарной продукции ранее принадлежало местному ИПК, но потом было продано как непрофильный актив. Новые собственники создали Сыктывкар «Тисю Групп» и привели команду профессиональных менеджеров, взяв курс на модернизацию. И вот спустя всего несколько лет компания в лидерах рынка, при этом со значительно расширившимся ассортиментом. Первую бумагоделательную машину установили здесь ровно 30 лет назад, так что у компании в этом году своего рода юбилей. Не так давно ее модернизировали. Работает она в основном на макулатурном сырье. Вторую БДМ комбинат приобрел в 2008-м. Ее пуск вывел предприятие на высокие показатели по белизне и хорошие физико-механические характеристики. При производстве нашей продукции используется как вторичное сырье, это промышленная макулатура, так и первичное сырье, это целлюлоза бумажная. Она для разных продуктов, разное сырье. Ну вот, мы берем рулончик, произведенный из макулатурной бумаги. Значит, макулатура облагораживается на макулатурном участке, и выходит вот такой экологически чистый продукт белизной 80%. Бумажная отрасль не считается экологически вредной, нет опасных химикатов, тем более, что отсюда все отходы передаются на очистные сыктывкарского ЛПК. Использование вторсырья – это прямая забота об экологии. А грамотный подход к отбору макулатуры позволяет еще и добиться хорошего качества продукции, отмечают в компании. Нашими конкурентами являются международные корпорации с мировыми именами, которые зашли на наш российский рынок. Конкурировать с ними достаточно непросто, но у нас это успешно получается. Сыктывкар «Тисю Групп» на рынке полуфабрикатов, выпуска полуфабрикатов продаж занимает 2-3 место. А по выпуску готовой продукции, это рулончиков уже, который получает потребитель, это 4 место. У компании много крупных заказчиков, продукцию для которых изготавливает только Сыктывкар «Тисю Групп». К тому же именно здесь производят товары, известные под брендом «Веера», и туалетную бумагу «Сыктывкарская 56». Кстати, первое время комбинат выпускал только ее. Есть сегмент и вне дома. Здесь три класса – Basic, Comfort, Premium, предназначенные для общественных, медицинских учреждений, офисов, промышленных предприятий. Это цех готовой продукции. Наша готовая продукция потребляется в основном на российском рынке, но продукция полуфабриката также поставляется за рубеж. Это страны ближнего зарубежья, бывшего Советского Союза и в Сербию. Штат сыктывкарского филиала чуть меньше 400 человек. Компания уделяет особое внимание подбору квалифицированного персонала, перспективы карьерного роста и различные программы мотивации. Главные приоритеты компании. Привлекаем графиком работы день-ночь, седьмой выходной по 12 часов. Также у нас присутствует полный социальный пакет, что немаловажно. Проводим постоянные программы обучения для персонала, всевозможные тилбилдинги, выезд на природу. Также присутствует у нас на предприятии тренажерный зал, куда все работники без ограничения могут приходить и заниматься. Но и у компании, в свою очередь, есть требования к сотрудникам, как, например, четкое следование системе 5С. На эту современную методику постепенно переходят крупнейшие предприятия страны. Разработали ее в Японии в послевоенные годы для разумной организации рабочего пространства. Основные принципы – сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация и совершенствование. Рабочий процесс разбит на 5 этапов. Система, наряду с комплексом других мероприятий, позволила увеличить показатель эффективности оборудования. 2015 года общий показатель эффективности оборудования увеличен на 4% за счет организационных и технических мероприятий. Ведем постоянное обучение линейного и технического персонала, затем принимаем некие зачеты, экзамены. А что касается технических мероприятий, они направлены на расшивку узких мест оборудования, уменьшение плановых простоев, увеличение производительности линий в целом.
Все это позволяет уверенно двигаться к основным стратегическим ориентирам компании – увеличению доли на российском рынке. Сыктывкар TCU Group планирует достичь его в том числе и через оптимизацию производственных мощностей, сокращение издержек и повышение эффективности всех рабочих процессов.